Перед началом видео рекомендую всем подписаться на наш телеграм-канал по QR-коду или по ссылке в описании. Всем заранее спасибо. Остановка. Транспорт Нижнего Новгорода и его области. Всем привет! С 6 мая появится новый маршрут Э-31. Он соединит площадь Горького и автовокзал Щербинки. Машин будет 12 штук. Все будут ЛиАЗами, не мининами. Хотя бы тут можно расслабиться. Но скорее всего, троллейбусный маршрут 31 либо уберут, либо оставят, но троллейбусов будет меньше всего. Но у меня есть вопрос, как он будет стоять в пробках. Он не будет разряжаться? Не знаю. Фиг знает, что вообще будет, но идея такая себе. Потому что почти полностью маршрут и так электрифицирован. А тут нужно будет еще заряжать электробусы. Короче, просирать бабки у нас всегда умели. Поэтому не стоит удивляться. А пока на этом все. Подписывайтесь на телеграм-канал, это очень для нас важно. Ставьте лайки и всем пока. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Козья Слобода. Сау болыгыз, ишиклер ёбыла. Келесе топталыш, кәжа бистесе станциясы. Please be careful, the doors are closing. The next station is Козья Слобода.